Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 40 будет в обзорчике. Решил я начать с ее умений. Давайте, наверное, так просмотрим. Давайте обзор. Ну, ребят, кому будет интересно почитать историю о ней, ну, как бы читайте, наверное, сами. Вот. Ну, 40-целительница одарена волшебством звезд. Всегда относила их ко всем живым существам с любовью. Ну, в общем, ребят, не буду я, наверное, читать. Здесь очень много читать. Ну, не очень, но все-таки немало. Относится этот герой или чемпион к классу поддержка. Ну, в частности, наверное, хиль, это так сказать, целительница. Давайте посмотрим умения. Это у нас кьюшечка, называется звездопад. По призыву Сараки с неба в указанную область падает звезда, нанося урон магический всем врагам, которые попадают в зону поражения, в общем, этой звезды. И уменьшая их скорость передвижения на 30% на 2 секунды. Если звездопад поражает вражеского чемпиона, она с Сарака на 4 секунды попадает под действие эффекта обновления, который восстанавливает здоровье в секунду, увеличивает скорость передвижения на 10%. Так, что у нас на кьюшечке? Давайте посмотрим. Называется это умение «Звездная пыль». Так, восстанавливают здоровье выбранному союзному чемпиону. Если умение используется во время обновления, действие этого эффекта распространяется на союзника. Умение не может быть использовано, если у Сараки осталось не менее 5% здоровья. То есть вы хилите своего союзника, тем самым, по-моему, вы забираете у себя свое здоровье, то есть делитесь с ним. Так, Ешечка. Равноденствие. Сарака создает в указанной области зону молчания на 1,5 секунды, дополнительно нанося находящимся там вражеским чемпионам магический урон. Чемпионы, не успевшие покинуть зону молчания до окончания времени ее действия, обездвиживаются на время, в зависимости какой у вас, на каком уровне у вас скилл прокачан, и наносят магический урон. И смотрим ульт. Называется желание. Сарака обращается к небесным силам, восстанавливая здоровье всем союзным чемпионам. Желание восстанавливает на 50% больше здоровья чемпионам, у которых осталось менее 40% максимального запаса здоровья. Вот. Ну вот как-то так. Ну обязательно мы сейчас еще зайдем в бойню. Давайте посмотрим образы. Какие здесь у нас есть красивые образы. Так, ну где ее стандартный образ? Это что ли? Ладно. Вот. Божественная Сарака. Просто Сарака. Вот это так. Сарака из ордена Банана. Так. Жнец. Целистенец. Так. Ну это мы видели. Это мы видели. Так. Дриада. Так, это мы видели. Ну, вот это мне вот больше всего так нравится. Ну, как бы прикольно смотрится. Программа с Сарака. Так, все, ребят. Ну, и давайте, наверное, уже встретимся в бою. Так, ребят. Ну, вот мы и в бою. Давайте сразу по составу пробежимся. Кто с кем играет. В общем, со мной в команде играет Ривен. Ну, я играю с Соракой. Вейгар, Нуну и Ясуо. А против нас играет Тиво, Вейгар, Тарик, Ксинжао и Трэш. Так, ребят, магазин. Ну, берем все рекомендуемое. Берем зелье одно. Берем древняя монета. И берем тотем защитный, который бесплатный. Так, ну, куда мы пойдем? Ну, в лес я точно не пойду на ней. Вейгара, почему ты такой маленький, спрашивает? Ну-ну. Так, Тимо или Вейгар. Так, короче, что-то ребята о чем-то говорят. Я не могу понять вообще, что... Чего они хотят. Так, ребятки. Миньоны были призваны. Давайте, наверное, кину сюда тотем сразу. И первым делом мы спалили. Так, давайте, наверное, возьму звездопад. Более-менее помогает фармить миньонов. Более-менее будем быстрее качать свой уровень. И... зарабатывать себе золото. Ну вот так вот оно действует. На 70 урона оно наносит. То есть в зону
поражение звезды этой 70 урона наносит. Давайте еще раз посмотрим. Блин, меня законтрили. Давайте звезду запустим в него. Так, можно скушать, наверное, уже баночку. Так, а что нам дает древняя монета? 25 базового восстановления маны, 5 сокращения перезарядки. Дает 4 золота, восстанавливает 5 здоровья каждый раз, когда неподалеку кто-то другой убивает вражеского миньона. Окей. Так, ну чувак так и хочет меня, блин, забрать. Вот прям, вот такой вот, знаете, жадный чувак, который тупо вот сейчас не выдержит и побежит за мной под башню и сольется. Так, второе, о чем мы исследуем, наверное, равноденствие. Давайте попробуем его испытать. Так, чувак попался, его обездвиживает на сколько там, на, по-моему, 1,5 секунды, я не помню. Давай, 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 чувак, ближе, ближе, ближе. Надо было дальше за мной бежать. Так, ну, потихонечку фармим. Второй левел у нас уже есть. Видели, этот чувак стоял за башней и, наверное, с минуту. Это он писал мне сообщение. Спрашивает меня, ты знаешь, что я должен делать в этой роли? Ну, блин, ну, чувак, ты тупо писал 3 слова, минуту и профукал. Короче, ладно, я молчу. Так, следующее, берем звездная пыль. Будем пытаться как-то спасать своих союзных друзей, которые будут... Давайте кинем сюда тотем. Так, у нас 2-0. А мы потихонечку сливаем. Это плохо. Эх, и не попадаю я своей звездой. Так, походу оставили меня на линии одного. Ну, давайте равноденствие дальше и будем исследовать. Не знаю. Кинем сюда звезду. Так, Синджао тут пытается уже фармить нашу... Ой, фармить. Пушить нашу башенку. Ну, ладно, давай, чувак. Удачки. Да, будет, конечно, сложновато мне с ним стоять. Он вообще, я вам скажу, никакущий. Значит, будем потихонечку фармить миньонов. Так, прокачиваем дальше звезду. И будем прокачивать свой уровень. Блин, ну чувак, ты хоть бы тотем выкинул, хоть один бы. Ну же, ну же, ну же, давай добиваем, добиваем его. Нет, он ушел. Жалко, жалко. Вообще на децелах он ушел. Так. Эх, забрать бы его.
Я думал, он побежал ТП-шиться, а он еще, оказывается, гуляет. Там стоит возле башенки. Да, он ТП-шится. Ну ладно, не будем лезть туда, как говорится, на рожон. И кидаем туда звезду, прям в толпу. Так, доступен нам ульт. Желание восстанавливает нам, нам и нашим союзникам здоровье. Так, 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 так. Уходим, уходим, уходим. Так, использовал я отхил, исцеление. Ну, ладно. Так, я так и знал, что он здесь. Ах, а маны-то у меня нету. А если у меня 1500 золота, можно, в принципе, ТП-шнуться и попытаться что-то купить, да? Так, ладно, давайте мы, наверное, так и сделаем. Так, что у нас на миде происходит? А что мы купим? Я думаю, может, давайте видящий камень купим. И медальон кочевника. Пассивка. Базово восстанавливает здоровье плюс. Так, все, берем это и возвращаемся. В принципе, можно взять сразу купить скороходы. Все. Почти 10-я минута боя, еще 2-0. Как слились у нас? Кто у нас слился, кстати? Так. Блин, 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 ребят, извиняюсь за неполадочки. Кто у нас слился? Так, Ясуо слился и Ривен. Кстати, лесничков у нас нету, что-то я не обратил внимания, чтобы кто-то фармил лес. Ну вот скажите, вот что он там... А, он ТП-шится, ну ладно. Так, все, уходим. Вейгар пишет, все, ребята, у меня появился ульт, я могу делать пентакиллы с закрытыми глазами. Чувак смешной, конечно. Посмотрим, какие он пентакиллы будет делать. Так, кидаем звезду. И, по-моему, ребят, равноденствие не действует на миньонов, если я не ошибаюсь. Как-то я пробовал, оно на них не работает. Так, идет к нам Ясуа. Эх, не попали. Я туда кинул свое равноденствие, и он туда кинул свои, как они называются, свою клетку, что ли.
Не знаю, как скилл его называется правильно. Я еще не играл им. Отлично, ребятки потихонечку сливаются. И это не предвещает ничего хорошего, ребята. Вот в начале боя сливаться вот так вот, как они, это очень плохо. Сейчас мы их немножко подкормим, потом мы им нифига просто не сделаем и все. И опять он не попадает своей клеткой. Буду клеткой ее называть, ребят. Да, на миньонов равноденствие не действует. Ну, выпускай же свои ловушки. Давай его уже наконец-то заберем. Так, и он опять тпшится на базу. Неужели? Кто-то кого-то убил? Эх, чувак, не получается тебя законтролить меня, да? Не может никак поймать меня. Так, ну с маной, я скажу так, сразу все в порядке у нее сразу, с начала игры даже. Отлично. Помните, ребята, я вам сначала говорил, что его жадность его же и погубит. Так и случилось. С помощью башни я его забрал. Так, давайте тут кинем тотем, наверное, да? И будем, нет, тут к Синжао, будем пытаться пушить. Блин, как же не попал? Вроде в него кинул звезду, и как я не попал? Я вот обратил внимание, наши союзники не сколько играют, а сколько чатятся. Реально. Отлично. Так, законтрить бы его, конечно, не мешало. Не получается. Рики этот пишет, что я у него стилю фраги. Ничего ему сказать. Ничего ему не буду говорить. Пускай будет так. Ребзя. Ну, походу, какой-то школьник. Так, ладно. Ну, сейчас суть не в этом. Суть в том, чтобы победить нам. Чувак так уверенно бежит за мной. Давайте я, наверное, сюда скину тотем, чтобы он так не видел. Он тупо стоит в кустах, смотрите, и вообще он не играет. Ой-ой-ой, застилил меня. Ой, застилил, законтрил меня все-таки. Так, все, надо сваливать. Это уже не шуточки. Давай, чувак, давай, ближе.
Не хочет ближе подходить. Короче, напишу ему. Лол, может он успокоится? Ага, он ушел на другую линию. Ну, в общем, ладно. Не получается у него, видимо, здесь что-то. Ну! Чуть-чуть на децелах он уходит. Или не уходит, ребят. Наверное, уходит к Синжаву и прикроет его. Так, 2500 есть. Не мешало бы, конечно, сходить в магазинчик, но не дадут мне это сделать. Ну, как бы башню бросать сейчас опасно, они тупо ее пропушат, мне кажется. Так. Так. Опять звезда по нему попала, но почему-то не нанесла урон. Что-то я так не понял. Так, счет у нас 5-5. 18-я минута боя, ребят. Ну, уже добираем его. Блин, ну, Рик... Ох, он, блин, тугой, конечно, чувак. Чувак, 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 погодь, 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 погодь чуть-чуть. Молодец, Сарака пишет, типа, я вообще, я виноват, что он слился, пошел. Офигеть, ребят, с кем я играю, я не знаю. Так, валим, 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 валим. Так, 6-5, и мы потихонечку сливаем. Ай-яй-яй, ну чуть-чуть его забрать, и опять же их двое. Если бы он был один, я бы уже его, наверное, забрал. Кидаем звезду и не попадаем. Да, одному, конечно, тяжеловато против двоих здесь стоять. Да вообще. Противник убит. Хоть бы лесник какой-то вышел бы, помог бы. А так неожиданно, нежданно. Так, наверное, кинем тотем сюда. Так, что-то мне кажется, здесь кто-то есть. Нифига. Значит, он побежал ТП-шнулся к себе на базу. Вот он, кстати. И прямым ходом он бежит сюда. Приходится ультовать за него. Ну ладно. Так, все, ребят, я ТП-шусь, наверное, в магазинчик. Все-таки пока. Фух. Да. И что мы купим? Что мы с вами купим? Вестник Зика. 250 мани, брони 30, сил умений 50. Давайте, наверное, мы это и купим. Еще 1100 у меня есть. Можно купить вот эти вот ботиночки. Все, окей, возвращаемся. 9-7 счет по фрагам. 21 минута боя, ребят. Ну, вроде начинаем тащить. Ну, 9-7, это, в принципе, не сказать, чтобы отрыв, да? Прям. Это не отрыв. Так, что они забирают дракона? Облачный дракон. Этот, что он дает?
Увеличиваю скорость передвижения вне боя. Окей. Забрали, да, дракона? Да. Это хорошо. А, мы уже башню слили. Ну, прикольно. Эх, блин, чувак, отвали от меня. Так, все, улучшаем до конца свой звездопад. А, такое ощущение, что со мной играют дети какие-то. Ну-ну, посливалась немножко и пишет. Трэш сильнее меня, ребят. Ну как так, а? Ну блин, ну почему, когда я записываю какой-нибудь обзор, со мной попадаются какие-то непонятные личности, а? Так, я смотрю на миде, там движуха идет. Блин, надо, наверное, туда идти. Давайте я сейчас окину еще звезду сюда. И побегу на мид. Даже так. Круто. Даже трипелки кто-то сделал. Отлично. Давайте к Синжао забирать. Так, давайте мы его отхилим. Ну, нифиговый такой замес был. Две башни первые мы сняли. И, наверное, мы сейчас вот эту попытаемся башенку снять. Блин, башня, она на меня уже сагрилась. Я думаю, что за фигня? Как-то ребята все разбрелись, я вообще не пойму, а чё меня бросили на миде-то, это не моя линия вообще-то. Нельзя так делать. Блин, ну и здесь башню бросать стрёмно как-то. В принципе, этот Ксинжао туда побежал на помощь им. Там какой-то замес происходит. Ну, я его как бы подсвечу. Ой-ой-ой, мне кажется, туда лучше не лезть, да? Да, надо валить. Угу. Ну, бывает и такое. Так, 2000 золота у меня есть. Можно купить талисман вознесения. 45 брони, 150 базового восстановления здоровья. Можно купить знамя власти с 60 брони. 30 сопротивления магии, 400 маны. Давайте, наверное, это купим. Активно. Превращает миньона на линии в значительно более сильного бойца. Делает его невосприимчивым к магическому урону. Прикольно. Попробуем. Так, они, наверное, барона забирают. Нет, они не забирают барона. А вот сюда бы на линию не помешало сейчас кому-то прийти. Двадцать шестая минута боя, 12-13 счет у нас идет.
Почти снесли миньончики нашу вышку. Но я сейчас попробую прочистить линию и снять вторую вышку. Отлично, молодцы. Если честно, я даже не надеялся, что такое будет. Я думал, мы сольемся буквально через 20 минут боя. О, давайте попробуем превратить кого-то. О, смотрите, крутяк. Так, все, улучшаем звездная пыль. Отлично, блин. Ребятки начинают играть. Трипл килл. Ну, блин, вообще красава. Но я пока втихаря займусь вражеской вышкой второй. Так, а что это у нас, вестник Зика? Так, активно создает связь между чемпионом и выбранным союзником. Снимаю с него другие эффекты, вестник, понятно. Так, снимаем башенку. Отлично. Так, и было бы неплохо третью вышку снять. Так, все-таки наши союзники решили убить барона. Ну, надеюсь, у них все получится. Но их спалили. Башню мы заберем, нет? Наверное, нет. Наверное, я все-таки попытаюсь уйти от него. Так, отлично. Так, ну, в принципе, игра идет в нашу пользу. Меня здесь вообще, я смотрю, игнорируют вражеские герои. Ну и хорошо. Так, все, да, наверное, я отсюда свалю. Нифига меня не игнорируют. И давайте, наверное, проскидаем тотема. Так, оборона не убили, да? Или убили? А заберу я сам дракона, ребят? Наверное, не заберу. Все, все, дракон. Понял, отвали от меня. Эх, блин, гад, а че он кинул-то? Отравление какое-то кинул и убил меня. Так, сейчас миньоны здесь должны запушить башенку вражескую третью. Ну, я смотрю, все движение собирается. А, что я куплю, что там? Все движение собирается на миде у нас, да? Так, щит. Хорошо, идем на мид.
Так, там какое-то движение, я смотрю. Давайте мы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня есть ульта, чувак. Не спасла его моя ульта. Блин, все, меня забрали. Так, и счет у нас 17-22. 32-я, почти 33-я минута боя, ребят. А вот здесь бы немножечко подзачистить. Да и здесь тоже не мешало бы. Так, ну идет сюда, туда, то есть, а я пойду, наверное, вот сюда, если успею, конечно. Блин, ну такая пачка миньонов неплохая, да? Ваша башня уничтожена. Угу, офигенно. Так, а давайте превратим его в супер-мега-пушку, в телегу. Так, что-то наши союзники начинают сливаться. Расслабились по ходу дела. То я смотрю, уже в чате там писали, уверенно, это победа. Так, все, надо возвращаться на мид. Не, давайте этот пак заберем. Все, и улучшаем свою ульту. Ай-яй-яй, ребята, ну вы там справитесь, я надеюсь. Я хочу просто пропушить вверх. Так. Разменялись один в один. Я надеюсь, ко мне никто не придет сейчас. Блин, сливаемся мы там, сливаемся. Надо туда, наверное, было мне бежать. Чувствую, меня сейчас заберут. Так, индивидуум бы забрать. Да, меня заберу, скорее всего. Отлично, гибитор забрали. А тут башня, блин, ну я, блин, не заметил эту башню. Так, 1900 у нас есть, талисман, плюс 45 брони, давайте мы, наверное, возьмем его. А, я думаю, так, ладно, потом уже будем продавать. Так, супер миньоны идут там? Да, пошли, отлично. И здесь, смотрите, вау, миньоны рулят, ребят. И счет у нас 22-25. Как бы можно сказать, всю игру мы шли ровным счетом одинаково. Так, ну бегает вообще шотный.
Ну, осталось добить две башенки на миде. Сейчас миньоны, наверное, ее добьют. Добьют же? Думаю, да. Да, молодцы миньоны. Миньоны рулят. Так, ну я буду защищать мид, наверное. Так, ну хочет, наверное, барона забрать. Ну, вдвоем мы его, конечно, не заберем. Ой-ой-ой, со всех сторон лезут. Давай-давай-давай, добираем. Отлично. Да, хороший замесик был. В нашу пользу. Да. Ну, в поздних стадиях игры, наверное, немножечко, мне кажется, наш герой не очень уверенно себя чувствует. Или я просто в этой игре себя так плохо неуверенно чувствую. Ну, ладно. Так, а миньоны пушат, смотрите, полным ходом. Ну и вражеской команде остается только дефиться. Сделали большой такой отрывчик. 32-25. По фрагам я имею в виду. Вот теперь можно было бы оборону забрать. Ну что, мы будем забирать его или нет? Так, отлично. Так, ну они просто не успевают даже отбиваться от наших миньонов. Фу, блин, меня законтрили, меня сейчас убьют. Меня сейчас убьют, все, я использую ульт. Блин, меня контрят, все, меня убили. А, 4-6, здесь поддержек у меня, ну, нехороший, конечно, счет. Ингибитор противника почти восстановлен. Ваша команда уничтожила ингибитор. Так, ну, наверное, вот это вот уже наша победа. Скорее всего, все ребята сюда пришли. Да. Да, ну вот такая вот получается у нас катка. Ну, у меня на этом все, ребят. Всем удачки. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем пока.